Всем привет! Меня зовут Ренат Минязев, и я являюсь автором и преподавателем учебного курса по разработке мобильных приложений и интернет-сервисов. Курс этот достаточно большой и объемный. Он состоит из двух больших частей. Первая часть – это изучение на базовом уровне всего стека основных веб-технологий, необходимых для разработки своих веб-сайтов. Вторая часть – это знакомство с основами разработки мобильных приложений и сервисов для платформы Android на языке Java. Курс разработан в онлайн-формате и доступен для прохождения в любое удобное время, откуда угодно. Он состоит из теоретических лекций и практических лабораторных работ, отчеты по которым я проверяю в ручном режиме, выставляю баллы и пишу комментарии по выполненным заданиям. Также в курсе предусмотрено проведение регулярных вебинаров для живого обсуждения возникающих вопросов. Курс отлично подойдет тем, кто хочет познакомиться с основами веб-разработки и Android-разработки. По результатам обучения вы получите диплом государственного образца о присуждении квалификации «Программист-разработчик». А самое главное, вы получите первые практические навыки по разработке своих веб-сайтов и мобильных приложений. Пройти данный курс вы можете абсолютно бесплатно в рамках проекта «Цифровая кафедра КНИТУ КАИ». Заходите на сайт цифровой кафедры, чтобы узнать все подробности и записаться на обучение. Поторопитесь! Подача заявок на обучение открыта до 15 сентября. Добро пожаловать на наш учебный курс, и давайте начнем!